А с нами Илья Сорокин, потенциально лучший вратарь сезона. Вот, Илья, скажи, начинал вроде как сезон ты в «Звезде», а теперь уже позади и чемпионат мира, и КХЛ, плей-офф. Твоя жизнь как-то изменилась, ты теперь уже сам «Звезда». Да не, до «Звезды» мне далеко, точно. Ну, да, начинал в «Звезде», потом дали шанс, там, игра за игрой, и так получилось, что вот сегодня здесь. Тут, ну, без команды меня бы здесь не было, спасибо им. Вот, все. Какие ожидания от вечера? Ну, надеюсь, что хороший вечер будет с приятными, позитивными эмоциями. И надолго память у нас останется. А выиграть-то планируешь? Да это уже не так важно. Главное, что само присутствие. Поговорим с тобой после тогда, увидим, что будет. Спасибо.